Так, добрый день, друзья. Добрый день. Ну, сегодня я хотел показать, я приехал в село, и тут у нас выявилось, что такое разрушение. Видно. Вот такое разрушение. Значит, много я видел, развалины. Развалины, что здесь столько, это все подбирали хлопцы. Вот здесь столько попадали. Остались деревья. Вот тут у нас курятник, на курятник у нас попадали. Вот это все падало. Вот видите, что там робится. Ну. Ничего, на зиму дров. Все сочется долго, будем радоваться тому, что добрый, кто бы залез бы, поломал бы все. Не знаю, как будем дальше достать этот куски. Ну, с Божьей помощью. Кури не могут зайти себе. Скажу, что у нас уже снова пополнение, 7 цыплят. Так что. Маем 7 цыплят, а крема 6 цыплят от крема. Наши, вы знаете, что мы робим для курей, а это для кроликов. Для кроликов, вот у нас уже скоро будет готовы. А там уже кролики есть. 3 кролика маем. В мужском, один в мужском роде и 2 в женском. Девчата, так что мы не знаем, как звать, напишите ваши комментарии. А это у нас наши ребята. Дякуем сестре Кате Сергеевке. Благослови нас курочкой с ребятами. Вот они пока тут. Добре, что и на них не упало. Это, представляете, бы сразу задушило бы, убил бы. И это дерево опасно стоит так. Но вот это тоже такое у нас кури. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, что-то маловато. Может, здесь там тоже есть. Нет, 20, все правильно. 20 курей. 19 курей, один петух. Ну, вот так, друзья. Вот так короткий обзор, чтобы показать, что получилось. Але я говорю, что это все во благо содействует, потому что, как я уже сказал, на зиму дрова будет, ничего, веточки спалятся, а эта дрова, только жаль, что трохи побил там забор наш. А посмотрим, наша курица, там цыплят не маше, она все, сколько штук она уже выносила? Сегодня 3 за них, 4. 7 их? 7 штук, но тихо. Значит, вот тут. Сейчас, подожди, посмотрим. А ну-ка. Все. Нема? Нету. А вот, который она вот. Это что такое? Это... Цыпленок он задавил, она сдохла. Да? Ну, то посади, сейчас хай посидит сегодня, а завтра уже. Да, у нас тоже потолок башни трошки. Сильная вода была. Наш курятник надо порядок нарубить, и уже давно. Мы тут уже не были. Вот, видите, все завалило трошки. Развалилось. Да, братолодзе, вот такие у нас дела. Да, ну, сюда выкинем. Сюда? Да, сюда, на колесо. Тут придется, Джессика, отойди в сторону. Девчата. Опа. Вот такие, друзья, все.
подождем, пока сейчас робимся буду, эти кролики, и уже будем этими дровами заняться. Вот такой ураган остался на западных регионах, если бы в это были сильно, дуже сильно было это все. Ничего. А это наш кролик. Давайте познакомлю я с нашими кроликами. Так, наша собака осталась без будды, ну ничего. Так, вот это мой будний отец наших кроликов. Так, вот он, такие красивые, голубые, червоноглазые. Так, это наш. А тут у нас уже моя будная мама на кролика. О, что ты заховалась? Встань. Встала. Так, вот, сидит. Она скромная. Ну, скромная, короче. Так что и у нас на вот третий готовится буду. Прямая сейчас дверь зараз, и она сидит тут. Что там показываем? О, черненький, дивите, какие. Ты что? Красиво. Ну, ты что, молодец. Ну, мы дякуем брата Сергея Квасуна. Дякуем Богу, что Господь расположил его сердце, друзья. Сергей Квасун, село Украинка, это мой друг. Брат наш, Господи, благословил кроликами. Да, хай Бог благословит. Джессика мне, иди заниматься. Так, улыбайся, Джессика, улыбайся. Уши подними, я тебе сказал, уши подними. Ты овчарка, у тебя есть родословие. Ты что ты так веди себя, как бездомно? Давай, улыбайся. Ты улыбайся, кажу, уши подними. Так. Все, обиделась, пошла. Джессика, повторно ко мне, уши подними, уши, я сказал, подними. Ты что, не дочуваешь? Джесси, что за у тебя характер такой? У тебя паспорт где? Ты не дворняжка? Ко мне. Смотри, ну он не понимает, кто знает, как дробить, чтобы собака уши подняла. Напиши мне. Да, ну кто-то говорит, что если собаку уши отпускает, типа смиряется, да не надо смиряться, надо, это овчарка. Или этим, брат Симо. Что? На эпоксидочку. Приклеить, да? Да. Если ко мне, бегом, 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 уши. Ладно, если я не хочу слухаться, друзья, что ничего не будем делать. Тоже на чем мы заканчиваем, друзья. Вот такие, бачите, что то есть, то есть. Худо, беда, не знаю. Ну что, все, за все благодарите Бога, дякуем Богу за все. Будьте с нами, будьте как мы, будьте краще нас, и Бог благословит вас. Это была передача видео, и я буду с вами снова.